Куда пойти с детьми и провести полезное время? С наступлением холодов этот вопрос актуален еще больше. В Республиканской библиотеке имени Касыма Алыбаялинова созданы все условия для молодых родителей и детей. Там можно почитать книги, поиграть в шахматы и даже записаться на бесплатные курсы по английскому языку. К нам приходят читатели независимо от возраста, с детского садика и до взрослого читающего человека. Да? Приобщаются книги у нас в библиотеке без ограничения. Для того, чтобы стать достойными читателями нашей библиотеки, нужно записаться. Для этого у нас есть пункт записи, вон там пункт записи, и там без ограничений, с документами, паспорт с пропиской и с фотографией подходят к этому окошечку и выписывают читательский билет. Читательский билет дает право читателям в течение всего года посещать нашу библиотеку бесплатно в течение всего года. Читательский билет Барыкин? Нет, читательский. Вот такой читательский билет. И этот читательский билет дает право посещать нашу библиотеку в течение всего года бесплатно. Если вдруг у него читательского билета на сегодня нет, в этом же пункте записи он за 5 сомов берет разовый талончик, вот такой контрольный листочек, и с этим контрольным листочком проходит по всем отделам. Но преимущество читательского билета в том, что на этот читательский билет читатель может взять книгу на абонемент сроком на 2 недели и бесплатно получать компьютерные услуги. Зона Wi-Fi, компьютеры, все у нас здесь бесплатно и доступно для всех читателей. У нас все читатели начинают с отдела балалык. Отдел балалык у нас самый посещаемый, самый читаемый, самый любимый и самый востребованный. И здесь же у нас работают молодые сотрудники во главе с Ритой Исаевной Алиевой и Кенче. Они молодые, энергичные, талантливые. Дети к ним тянутся, и они всей душой привлекают этих детей. Иногда приходят родители, которым нужно позаниматься наверху. Они спокойно оставляют своих детей здесь. И в целости, сохранности, вечером, когда они позанимались, могут забрать своих детей, вместе они уходят. Дети иногда вообще не хотят уходить из этого отдела. Для них есть возможность поиграть в эти игры, посмотреть мультфильмы, там посмотреть, значит, в компьютеры поиграть и на музыкальные опусы какие-то так проиграть. Да? Ну а вот этот читальный зал, здесь они могут играть и в шахматы, делать уроки, читать газету «Айданек», в которой дети наши же пишут свои впечатления о библиотеке, о прочитанной книге. Много участвуют в конкурсе, который проводит отдел балалык на прочитанную книгу. На киргизском, на русском, на английском, немецком, французском языках. Вся литература представлена в этом отделе. В отделе Дяштык, вот мы сейчас были в отделе балалык, и с отдела балалык до 5 класса, с 5 по 11 класс включительно, и студенчество полностью посещает этот отдел. Здесь представлена учебная литература общего характера по школьной программе и, конечно, студенчество, да? Не все фондодержатели держат ту литературу, которая им необходима для их работы, и им эти библиотечные работники приносят из книгохранения. Литературу. Он у нас новый, существует всего 7 лет, но за это время он показал себя с самой хорошей стороны. Самый посещаемый, самый читаемый, самый любимый и самый молодежный. Здесь же очень много, так сказать, волонтерское движение. Да? Вот здесь
организовывается, и, конечно, центр по изучению английского языка. Именно с носителями языка работают почти с 9, можно сказать, да, с 9 часов и до 6 вечера этот зал занят и востребован он. И самое главное, курсы проводятся по изучению английского языка тоже с дошколят. Могут приходить на эти курсы дети с детского садика, первые, вторые, третьи и тому подобное классов, которые хотели бы приобщиться к изучению английского языка. Все курсы у нас бесплатные. Библиотека предоставляет вот такую возможность, кроме записи. Остальное все бесплатно. Наверху у нас компьютерный зал, вот продолжение американского центра, да, компьютерный зал. Там имеются диски, которые читатели могут тоже с художественными, с мультфильмами, с книгами, адаптированные тексты, не адаптированные, чисто на английском языке. Все это они тоже могут брать домой. В отделе искусства собрана литература по всем видам и жанрам искусства, будь музыка, скульптура, живопись, театр, кино, искусство, цирковое искусство, эстрадное искусство и тому подобное. Все вместе. Вот такой у нас проигрыватель. Работающий он у нас, крутится и рассказывает очень милые сказки. Это же так интересно. Вот. Помоги! Вот, видите, вот, вот он, аккорд, допотопный, 60-х, 70-х годов, и пластинки, вот, вот, вот такие грамм-пластинки, виниловые грамм-пластинки, вот такой. Это, кстати, голос здесь Чингиз Айтматов, он сам читает «Атадан калган туяк». Сейчас все приобщаются, и желающих заниматься музыкой сейчас все больше и больше становится. И пользуются, берут Николаева, самоучителя, или вот здесь на рояле. Сейчас дома не у всех музыкальные инструменты имеются, да? И мы даем нашим читателям возможность сыграть те или иные пьесы, опусы какие-то на нашем рояле.